В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Склонность жить прошлым, апатия, обособленность от всего окружающего, страх перед малейшим риском, перед любыми переменами, а часто равнодушие к противоположному полу. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Существует немного людей, которые создают вокруг себя атмосферу активности. Вокруг владельца этого имени невозможна монотонность или скука. Поэтому люди, предпочитающие спокойную и упорядоченную жизнь, никогда не найдут с ними общего языка. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Эти люди могут подчиняться обстоятельствам, но до определенного времени. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Сидеть на месте, медленно обдумывая планы решения – это не для них. Буква «П» в имени имеет связь с переменами и оценкой. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Эти люди ответственны и терпеливы. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.